Примером. Вот такой вопрос. Я в церковь хожу, и там бабушка мне, ну, тоже прихожанка, говорит, что якобы нельзя брать воду, которая, ну, у нас освещается, водоосвещение, потому что в нашей церкви часто мусульмане заказывают молебен на водоосвещение воды. Вот какие-то каноны есть? Нет никаких, все это бабьи басни. Златоуст говорит, это бредни пьяных старух. То есть она также освященная, такая же благодатная. И мусульмане имеют право заказывать молебны, да? Нет, с ними, с басурманами дела никакого не имеют. Но мы молиться даже за них. Вот все, больше нам ничего не дано. Свидетельствовать, говорить, в беде какой, помогать им. Нет, а то в нашей церкви принимают молебны, вот они заказывают молебны на водоосвещение. И наша церковь принимает. И вот нет, поэтому нет, вроде как она говорит то, что... Нет, нигде этого нету, чтобы их поручения какие-то такие, наоборот, даже запрещается это. Некоторые принимали крещение детей, как Милош пишет об этом, потому что они беснуются, одержимые демонами, а потом вырастают, и они же не изменили своей вере, а были крещенные. Церковь признала, никакого крещения не было. Так и здесь. Если веры нету во Христа Спасителя, и никакого освящения нету. Таинство теряет силу от неверия их. Все, поняла теперь. Спасибо. Спасибо. Слава Христу. Так, все, отхожу, никого нет.